Я уже давно поняла такую вещь, что все, что происходит в нашей жизни, происходит не случайно. Только важно прислушаться, присмотреться к тому, что происходит, что приходит в твою жизнь и для чего. Вселенная Литвиненко для меня оказалась не случайной. Я почерпнула для себя знания по прокачке уверенности, поведения во время общения. Узнала приемы и упражнения для улучшения своей дикции. Больше всего мне понравился творческий модуль «Управление своим внутренним состоянием». Мне часто приходится выступать перед большими аудиториями, но волновалась неимоверно, трудно было сконцентрироваться. И вот после общения с Леной, после прохождения ее интенсива, я получила актерские техники, которые помогают расслабиться, переключить свое внимание. Я получила знания по развитию речевого голоса. Общаясь с Еленой непродолжительное время, я увидела, что это человек вдумчивый, глубокий, профессиональный. Мне очень приятно познакомиться было с Леной. И я надеюсь, что наше с ней общение творческое поможет мне и дальше. От успехов в ее интереснейшем деле. И думаю, что она действительно поможет каждому, кто к ней обратится. Благодарю тебя, Елена Литвиненко.